Привет, друзья, с вами Максим Шитов и Daily Delicious Beauty Shake. Ванильный коктейль возможно приготовить быстро и просто при помощи молока 1.5%. Также нам понадобится 2 мерные ложечки, которые входят в комплект. Его реально приготовить за 2 минуты быстро и просто. Но для тех, кто хочет покислее, поинтересней, понасыщенней вкус, я рекомендую попробовать поэкспериментировать. Взять 2 зеленых яблока, взять вот такой вот свежезамороженный от бабушки крыжовник. Также мне понадобится отруби, молоко и еще уникальный продукт – это куриное яйцо, а конкретно белок. Мне поможет в этом блендер. Начинаем готовить наш коктейль. Берем зеленое яблоко. Я вам рекомендую использовать яблоко вместе с кожурой, потому что в кожуре содержится клетчатка. Она помогает продвижению продукта в нашем организме. Аккуратненько, произвольно нарезаем. Еще четвертинку. Обязательно пробуйте то, что готовите. Я уже попробовал до этого 3-4 яблока. Дальше берем свежезамороженный крыжовник. Насыпаем 2 ягодки, 4 ягодки. Уговорили. Добавим все ягодки. Добавим некоторое количество отрубей, а конкретно чайную ложечку. Очень важный продукт. Наш продукт – ванильный шейк. 2 ложечки сверху. Пышность нашему коктейлю придаст белок, который должен быть обязательно охлажденный. И завершающий этап – холодное молоко. Наш коктейль готов. Очень важный момент – его красиво подать, чтобы все-таки он понравился нашим друзьям, коллегам, близким и родственникам. Посмотрите, посмотрите, что сделал белок с нашим коктейлем. Он и так пышный, воздушный, а с белком, с крыжовником и яблоком он стал еще вкуснее, аппетитней. И эти пузырьки. Красотулечка мяты. И украсим наш коктейль грецким орехом. Все готово, красиво и вкусно.